В преддверии 23 февраля в Анапе чествовали глав приемных семей. Очередное заседание Совета опеки в Анапе началось с торжественного момента. Приемные отцы получили благодарственные письма от администрации города-курорта. Каждый из этих мужчин взял на себя ответственность за жизнь и судьбу детей, оставшихся без попечения родных людей. И каждый из них отдает детям свою теплую ласку, учит житейской мудрости. Я бы хотела сегодня, в преддверии праздника, поздравить наших дорогих мужчин с праздником защитника Отечества. Наверное, родившись мужчиной, природа уже наделяет вас вот такой обязанностью быть хранителем семьи, быть защитником Отечества, защитником своей семьи, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, ваших вот любящих детей, вашего хорошего окружения, хорошего домашнего тыла, уюта и тех высоких семейных ценностей, которыми вы так дорожите и за которые мы вас так все уважаем. Каждому отцу благодарность и настоящая мужская открытка, сделанная руками ребенка, а детям – игрушки. Александр Ходов – школьный учитель. В его семье воспитывается двое детей, а на руках целый школьный коллектив. Михаил Цверько – многодетный отец. У него 7 детей, а в доме – группа семейного воспитания детского сада. Был среди награжденных и Алексей Кисленко. В 22 года он находит время не только для годовалой дочки, но и для сына-подростка. Будущие защитники Отечества присоединились к поздравлению пап. Артем Ильченко подарил присутствующим мужчинам стихотворение. Я с ребятами в игре тренируюсь во дворе, а родители в окне смотрят вслед с тревогой мне. Не волнуйтесь вы за сына, я же будущий мужчина. И в завершении фотография на память, чтобы на следующий год сравнить, насколько клуб приемных отцов прирос новыми участниками.